вас, мальчишки и девчонки. Надеюсь, вы готовы провести вместе с нами самую веселую и самую бодрую в мире зарядку – зарядку с чемпионом. Готовы? Отлично. Меня зовут Сергей Белоголовцев, а это мои помощники. Знакомьтесь, Даня, Олег, Денис, Настя, Арина и Александр. Вы знаете, только что Арина попыталась изобразить лебедя. Видели? Видели, да? Она делала вот так. Да? Давайте же мы тоже попробуем изобразить лебедя. Ну, так, как мы себе его представляем. Лебедь, как будто он машет крыльями. Я, честно говоря, вот не вижу, как у меня получается. Но у вас не у всех похоже на лебедя получается делать. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, не расстраивайтесь. Если у кого-то не получилось, ничего. Потому что сегодня у нас в студии буквально через несколько секунд появится спортсменка, которая в городе Сидней покорила всех номером «Умирающий лебедь» и выиграла золотую олимпийскую медаль. Это заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Юлия Барсукова. Ура! Ура! Грация и красота выступления художественных гимнасток никого не оставляет равнодушным. Юлия Барсукова – одна из самых известных российских гимнасток, чемпионка России, Европы и мира, обладательница золотой олимпийской медали. Однако Юля может гордиться не только своими спортивными достижениями. Каждое выступление – это небольшой спектакль на гимнастическом ковре. Именно поэтому вдобавок к своим спортивным званиям Юлия получила неофициальный титул «Мисс Большой Театр». Итак, мои дорогие любители художественной гимнастики, встречайте Юлию Барсукову. Аплодисменты. Аплодисменты. Доброе утро, Юля. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы научите нас красиво изображать лебедя сегодня? Ну, я постараюсь, но на самом деле для того, чтобы красиво изображать лебедя, надо очень много над этим работать. Заниматься, делать зарядку, заниматься хореографией. Вот, с зарядки и начнем. Согласны? Согласна. С чего начнем нашу зарядку? Как все обычные зарядки, мы начнем с разминки. С разминки. Замечательно. Первое упражнение нашей разминки. Первое упражнение называется «Ролевые». Это название, да, название из хореографии, из балета. Или это мы поднимаемся на полупальцы. Встали, опускаемся вниз. На счет раз мы встаем на полупальцы, на счет два опускаемся. И раз, два, раз. Разминаем голеностоп. Два. Таким образом. И стопы. Два. Совершенно верно. Раз. Два. Теперь по очереди. Правая нога идет на полупалец. Потом меняем с левой. Как бы таким перекатывающим движением с правой ножки на левую. Раз. И два. И раз. И два. И спинка при этом ровная. И вниз не смотрим. Достаточно. Отлично. Первое упражнение сделали. Что делаем дальше? Дальше. Руки в замок перед собой. И делаем волну руками, кистями и чуть локтем перед собой. То есть разминаем пальцы. Да. Разминаем кисти, пальцы. И локтевой сустав. Да. И локтевой сустав. Плечи при этом не поднимаем. Плечи. Делаем волну кисточками. Все. Разминаем руки, чтобы они у нас были мягкие, пластичные и красивые. Смотрите, смотрите, как делает Юля. Прям вот. Стараемся также повторять. Прогибаем. Насколько это возможно. Да, правильно. Вот. Молодцы. Так, волна. Волна. Разогреваем руки, разогреваем. Пальчики, запястье, локтевой сустав у нас работает здесь. Очень хорошее упражнение, оно молодцы. Красивое и очень полезное. Так, молодцы, молодцы, молодцы. Я думаю, молодцы. Достаточно. Достаточно. Следующее наше упражнение – приседания. На 4 счета мы садимся, руки на пояс, мы садимся вниз, ножки вместе, в шестой позиции. Первое приседание мы делаем, да, до самого низа, глубоко садимся. Называется хореография гран-плие. Смотрим перед собой, спина прямая,
голову держим так, как будто у вас стоит, если бы у вас стоял стаканчик с водой на голове, надо сесть так, чтобы воду не разлить. И следующее движение, разводим ножки через сторону и то же самое, также приседаем, коленочки в разные стороны. И раз, два, три, четыре. Встали. Держим равновесие, держим. И раз, два, три, четыре. Молодцы, спинка прямая. И раз, два, три, четыре. Медленно встали. Делаем и плавно. И раз, разминка. Два, три, четыре. Теперь то же самое. Ноги почти по первой позиции. И раз, два, три, четыре. Встаем. Молодцы. И раз, два, три, четыре. Не падаем. Встали. И раз, два, три, четыре. И последний раз. И раз, два. Вниз не смотрим. Три, четыре. Молодцы. Отличное упражнение. Давайте немножечко расслабим ноги, потому что мы хорошо сейчас нагрузили переднюю поверхность бедра. В принципе, на этом наша разминка подошла к концу, и мы можем переходить к основным упражнениям нашей зарядки, посвященной художественной гимнастике. Сегодня наш тренер Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка Сиднея. Юль, что мы делаем в основной части? Первое упражнение какое? Руки соединяем за головой. Ножки по шестой позиции. Правую ножку сгибаем в колени и левым локтем пытаемся достать до колена. И возвращаемся обратно. И с другой ноги то же самое. И начали. Раз. Юль, скажите мне, пожалуйста, а вот три, вы когда выходите на помост, вы всегда так лучезарно и очаровательно улыбаетесь. Скажите, неужели вам это не страшно? На вас смотрят тысячи глаз, а если еще считать телезрителей, вообще миллионы людей. А вы улыбаетесь, как ни в чем не бывало. Ну, иногда, конечно, бывает страшно. Ну, приходится бороться со своим страхом все-таки. Нас встречают по одежке, по внешнему виду, поэтому... Понятно. Нужно улыбаться, даже если ты боишься. Раз, два и три. Достаточно. Отлично. Очень хорошее упражнение. Давайте ручки, ручки, плечики. Ручки, плечики расслабились. Хорошо. И продолжаем, продолжаем. Следующее наше упражнение. Ножки вместе по шестой позиции. Наклоняемся вперед, делаем складочку. Ставим руки на пол. Сделали складочку. И так. Шагаем руками вперед. Стоп. И обратно то же самое. И обратно. Складочка и выросли. Коленки должны быть прямые, согнутые. Коленки прямые. Давайте покажем нашему тренеру, какие мы с вами пластичные. Давайте. Согнулись. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Стоп. Назад, 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 назад. Распрямились. Выдохнули. Фу. Еще раз вниз. Оп. Пошли, 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 пошли. Стоп. Назад, 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 назад. Распрямились. Медленно это делаем упражнение. Работает спина и поясница. Давайте. Упали. Пошли, 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 пошли. Стоп. Теперь назад, 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 назад. Распрямились, выдохнули. И последний раз. Согнулись. Прошлись. Стоп. Пошли назад, 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 назад. Встали, выдохнули. Потрясли немножко ручками, немножко покачались. Такое серьезное упражнение. Немножко плечами подвигали. Все, молодцы, молодцы. Расслабились, немножко отдохнули и готовы продолжать дальше. Следующее наше упражнение – это прыжочки. На месте и во время прыжка разводим ножки в сторону. И возвращаем обратно. Вот такое красивое гимнастическое упражнение. Давайте начнем его делать. Так, встали. Ручки на пояс у всех. Давайте, тренер, готовы? И поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 10. Стоп, встали на места. Очень талантливо у нас получилось. Ну что ж, на этом основная часть нашей зарядки подошла к концу, и мы можем переходить к восстанавливающим упражнениям. Юля, с чего начнем восстанавливаться? Я предлагаю сделать упражнение для рук. Это круговые движения руками по очереди в виде мельницы. Давайте начнем медленно мы это делать. Не спеша, спокойно очень дышим. И руки очень красиво работают. У нас работает сейчас плечевой пояс, у нас сейчас работает спина. У нас работают руки, мы медленно их вращаем и восстанавливаемся после непростой зарядки. Давайте так красиво это делаем. Закончим это упражнение, встряхнем ручками и сделаем еще одно упражнение. Какое? Упражнение на расслабление тоже разных частей, тела, рук. Начинаем, руки поднимаем наверх, сначала падают кисточки. Потом сгибаются руки в локтях. Потом руки совсем падают. Потом падает корпус. Последнее расслабляется голова. Все это делается по очереди, все друг за дружком. Давайте смотреть на Юлю и делать эту лесенку. Давайте. Наверх. Вверх. И кисти, локти, руки, тело, последняя голова. Еще раз подняли. И кисти. И последний раз. И выросли. И раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Все. Отлично. Спасибо огромное, Юля. Спасибо. Спасибо за зарядку. Ну, мы, конечно же, будем просить вас показать нам вашего лебедя. Потому что мы с ребятами в начале программы пытались это сделать, но не у всех получилось. Я был, например, похож на большого попугая. Да. Хорошо, я постараюсь. Я покажу вот как раз равновесие и как у меня заканчивалось мое упражнение с мячом. Давайте посмотрим. Потрясающе красиво. Просто великолепно. Дорогие друзья, на этом наша зарядка закончена. Сегодня для нас ее проводила олимпийская чемпионка Юлия Барсукова. И огромное спасибо. Ну а мы прощаемся с вами. Дружите со спортом. И до новых зарядок с чемпионом. Пока.